Всем привет, друзья! У нас сегодня вторник, 2 марта 2021 года. Вы находитесь на канале «Жизнь на юге Англии». Меня зовут Галина, и я опять веду свой репортаж с прекрасного острова Уайт, который по праву называется английским Крымом здесь. Так вот, друзья, мы сегодня с вами совершим прекрасную прогулку и по окрестностям города Вентнор и по окрестностям города Роксвелл. Ну и, может быть, еще посетим некоторые места красивые. Сегодня, вы знаете, видео будет у меня для вас настолько красивое, настолько я вам нашла много великолепных мест, которые хочу показать, что, в общем-то, возможно, даже здесь бы и не потребовалось какое-то мое повествование, какой-то мой комментарий. Но все же, так как у нас уже второй день весны, мы дожили до прекрасного времени, скоро у нас женский праздник 8 марта, и вообще мы все-таки пережили эту холодную и неприятную зиму. Поэтому я хочу вам рассказать сегодня в честь 8 марта, наверное, что-то о женщинах и об отношениях, как обычно, между мужчиной и женщиной. А еще раз предупреждаю, что это только мой субъективный взгляд на вещи. И поэтому, если кто-то согласен, не согласен, то уж, пожалуйста, ну, высказывайте свое видение. Кто-то когда-то очень мудро заметил, что мужчина и женщина настолько разные, как существа совершенно из разных планет. А еще мне очень нравится высказывание Коко Шанель о женщине. Самое, пожалуй, популярное, что женщина из ничего может сделать всегда три вещи: шляпку, салат и скандал. Классное выражение. Ну, а еще у Коко Шанель очень много разных интересных высказываний о женщинах. И я немного подобрала их для вас. Давайте я вам их прочту. Женщина из двух яблок может сделать обед на несколько персон, из одного шага целый танец, а из мимолетного взгляда целую любовь. Женщина может сшить за ночь платье, шарфик или кому-то хомут на шею. Женщина может всегда легко изменить свой облик или собственное имя. Женщина может собрать часы, починить стиральную машину, подкачать шины, но только при условии, что на горизонте у нее нет мужчины. Как только появляется представитель сильного пола, женщина не в состоянии даже дорогу перейти. В 90% случаев женщина бывает права, хоть она и не может никогда привести никаких аргументов или доказательств. Женская догадка обладает большей точностью, чем мужская уверенность. Женщина в 6 раз острее переживает все чувства. Мы хотим, чтобы мужчины определяли наши желания по глазам. Мы видим на 180 градусов и точно знаем, что у нас за спиной, за душой или за стеной. Мы наблюдаем вещи сны, домовых, чужие ауры, атомы или энергию. Мы способны разговаривать с деревьями, городами, морями и даже с фонарями. Женщина свободна
способна, одновременно болтая по мобильнику с подружкой, помешивать борщ, слушать радио, пить кофе и обдумывать непростые отношения мужчины и женщины. Женщины любят ушами и лучше видят в темноте. Женщины способны заметить красоту в пустоте, но проигнорировать президентский люкс в Каннах. Женщина может говорить без умолку и молчать неделями, как Герасим. Может биться в истерике на ровном месте, а там, где весь мир паникует, она молча начнет строить свой Ноев ковчег. Женщина может мирить враждующих, но ссорить самых близких. Помнить все, особенно то, чего никогда не было. Вид даже самого подтянутого мужского тела не завораживает так, как совершенные формы обнаженной женщины. Женщина слышит за версту ложь, голос Бога, музыку космоса и писк еще не проснувшегося малыша. Женщина может укрощать тигров, но бояться пауков и мышей. Женщина всегда предчувствует опасность. У нее эрогенные зоны там, где у мужчины просто живот, скулы или локти. А слезы женщины всегда не кстати. Женщины верят в невозможное, но игнорируют очевидное. Женщина спит под зимним одеялом круглый год, но зимой на улице она в капроновых колготках и без шапки. Женщина может стоять часами на одном и том же месте, созерцая пространство, думать о далеких планетах или вдруг судорожно бежать от всего окружающего мира. Женщина не запоминает дорогу, зато с легкостью может запомнить несущественные ориентиры в виде сломанного забора или какой-то трещины на асфальте. Мужчина видит путь, а женщина видит дорожный знак. Женщина ухитряется думать сердцем намного лучше, чем мозгом. Женщина может всласть конфликтовать, а потом бурно мириться. Она с трудом хранит свои и чужие тайны. Женщина живет с любимым мужчиной со скандалами, но любит его без оглядки. Вечная тема. Мужчина и женщина. Отношения между ними. Кто из них может любить действительно, а кто только позволяет себя любить? Как много вопросов и мало ответов.